площадок. Три в селах и две площадки были установлены в городе. Одна в парке Ленина, а вторая на Октябрьской революции. Это две, это большие площадки по площади. Стоимость только игровых элементов составляет, почти игровых элементов и резинки, это 3,5 миллиона рублей. Плюс за наши деньги было сделано под основу, это порядка 800 тысяч. 450 квадратов детская площадка. Эта программа будет продолжена, мы свои пожелания уже передали и отдали в полном объеме. Если вы заметили, мы давали эту информацию везде, старались ее донести до каждого, что будем делать все для того, чтобы выбирать дворы по рейтингованию, по голосованию жителей. То есть, общаясь, разговариваю с вами. У нас дворы частично попали, но все равно я говорю о том, смотрите, интернет открыт, работает. Что нужно и голосование для того, чтобы провести ремонт во дворах? Какие элементы нужно провести и что сделать? У нас есть спортивная 20, дом 20. Спортивный 120А рядом с авангардом. Большой дом, они по рейтингованию не попали, но у них активный дом, они готовы частично своими деньгами в доме участвовать в благоустройстве. Мы пошли навстречу, будем включать этот дом точно так же по благоустройству. Работа с каждым домом, с каждым советом дома ведется индивидуально. С каждыми жителями она пойдет точно так же, в таком же самом объеме и будет продолжаться, ну, в полном объеме с каждым человеком. Встречи проводятся постоянно. Большим коллективом, малым коллективом, во дворах. Поэтому ваше обращение влияет на многое. Вот,